описать, какие эмоции царят в этом зале. Слова не нужны. Просто посмотрите. Хорошие группы, хорошие люди, хорошее настроение, вот и Новый год скоро. Один из главных сюрпризов этого вечера не только для гостей, но и для артистов – Олег Горкуша, легендарный шоумен и автор множества хитов группы «Аукцион». Скажите, чего нам сегодня ждать? Ждать только душевных потрясений, конечно, с позитивной стороны, настроения хорошего, вот, и все самого доброго. Выступления этих ребят особенно ждут симферопольцы, поскольку группа «Кожаный олень», прочно закрепившаяся в российском рок-мире, образовалась именно в крымской столице. Очень приятно выступать, потому что в зале очень много знакомых лиц и, домашняя атмосфера. В принципе, это да, все наши друзья. Очень комфортно и приятно выступать всегда. Маша Макарова – бессменный лидер группы «Маша и Медведи». Вот уже 18 лет рок-группа удивляет своей многогранностью и новыми находками в исполнении композиций. Представляете, я не ожидала такого подарка. Мне только в самом радостном сне могло присниться, что Горкуша танцует со мной на одной сцене под песню «Любочка». Но это что-то нереальное, понимаете? Где кипит вода, там горит ботинок. Yeah.
группа «Ногу свело». Странные и даже немного абсурдные песни группы звучат по всей стране уже почти 30 лет. Многие гости фестиваля ждали именно появления Макса Покровского на этой сцене. Группа, стремительно набравшая популярность в 80-е прошлого века, продолжает радовать поклонников новыми песнями и незабываемым исполнением. Эти люди страдают проказой, они не верят больше природе. Эй, вы, сильный духом, пора строить лепрозорий. Более 1000 человек отжигали вместе с великими звездами русского рока. Мы надеемся, что проведение крымской рок-елки в Симферополе станет доброй традицией. И в следующем году зимние праздники начнутся так же круто, как и в этом. Наполнялись новогодним рок-настроением Дарья Харишко, Алим Велиев. Аргументы недели. Крым.